Сябраваць з лічбамі са школы. Абласны этап рэспубліканскай алімпіяды па фінансавай дасведчанасці прайшоў у сталіцы. Удзельнікі інтэлектуальнага спаборніцтва разбіраюцца ў інвестыцыях, лічбавым банкінгу, страхаванні. Цэнтральны рэгіён сёлета прадставілі 70 лепшых юных эканамістаў, якія сталі пераможцамі раённых этапаў. Вучні змаглі праявіць сябе ў вырашэнні дакладных задач, а таксама выказаць і абгрунтаваць свой пункт гледжання ў тэарэтычных пытаннях. Олимпиада состоит из 8 или 10 модулей, связанные с банковской деятельностью, с налогами, с личными финансами. Но я считаю, что все задания, в принципе, выполнимы. Но, естественно, есть такие, которые встречаются в первый раз, и к ним нужно быть готовым. А есть 30 закрытых типов заданий и одно открытое. Ну, я считаю, что открытое задание не сложнее закрытых, потому что там дается нам простор для того, чтобы помыслить, порассуждать. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы наши ребята уже были готовы в жизни, к жизни в современном обществе, где финансовые услуги мигрируют в онлайн, где появляются новые тренды в глобальной экономике. И сегодня как раз собрались те, кто, мы искренне надеемся, станут экономистами, финансовыми аналитиками, банкирами, которые, в общем-то, и будут формировать повестку будущего экономического развития страны. Тры пераможцы вызначаны па выніках конкурсу са Смалявіч, Валожына і Стоўбцаў. Яны прадставяць Мінскую вобласць на заключным рэспубліканскім этапе, які пройдзе 13 снежня.